ребята, которые начали здесь сделать вот такой разговаривать. И даже много братур и римляне приехали сюда, почти слышать его, как он разговаривает. И 200 лет эти статьи разговаривают. Эти легенды распространились во всю мира и много литературы сюда. Пока один из них в 200 нашей эры, он решил реставрировать их и замолчали его. Если бы он оставил так покой, он бы его слышали, как сейчас разговаривать. И обратите внимательно, вот этот остатки кого? Храма Мухотиби III. Как вы заметили, вот это очень огромная территория храма. Перед вашими глазами, если увидеть вот эти простые дома, египтянам, которые давным-давно решили построить своих домов над гробницей. А вот дорога, которая с левой стороны, эти ведут в долину царя. И все дома, которые с левой стороны, которые на горах, видели, что там мы их разрушили, поменяли их и построили на ним целый город почти 5 километров отсюда. С правой стороны этот храм Мерен-Бетах. Мерен-Бетах это кто? Это 13 сын фараона Рамсиса II, который с правой стороны, который, к сожалению, разрушился. И дальше еще можно смотреть храм Тутмоса IV, который уже, вот это, который разрушился, глиня, который с правой стороны. Хотя еще надо посмотреть храм Тутмоса. Храм Рамсиса II, вот это грандиозные храмы, которые с правой стороны. Вот этот храм, просто, который с правой стороны, если обратили внимательно, и там находится прекрасное изображение сфинкса. А какая это сфинкс? А просто там была тело льва и голова шакала. Вот с правой стороны сфинкс справа, если вы заметили. С левой стороны от вас это долина знатная. Чтобы мы стали очень красивые гробницы, надписи там идеальные. И дальше, конечно, у нас будет еще, мы будем с вами сейчас посмотреть храм царицы Хатшепсут. И как я же вам рассказывал, царица Хатшепсут, она получила власть.